«Слушайте доктора». Добрый день. В эфире программа «Слушайте доктора». У микрофона Светлана Занько. И сегодня я говорю с Мариной Валикжаниной, ведущим косметологом галереи красоты, врачом-неврологом, озонотерапевтом, кандидатом медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно меня не было в этой программе. Очень рада в нее вернуться. Когда-то я ее начинала. И хорошо очень почувствовать себя снова на своем месте. Особенно с таким специалистом, как вы, Марина Викторовна. Мы сегодня с вами будем говорить об озонотерапии. Отлично. Почему я так сейчас такое вступление сделала? Потому что Марина Викторовна мне сказала, вот любой вопрос, который вы мне зададите по моему профилю, по моей квалификации, пожалуйста, сколько угодно, все расскажу, ничего не скрою. Ну что ж, начнем про озонотерапию. Я, естественно, готовясь к нашей программе, обратилась к нашему большому другу, а иногда врагу интернету, посмотрела, что такое озонотерапия, и увидела, что, оказывается, эта процедура применима при очень многих показаниях медицинских, а также косметологических. Вообще, у меня к озонотерапии интересное такое отношение. Не принято свое отношение у ведущих высказывать в таких программах, которые носят медицинский характер. Однако мне кажется, что озон – это очень какая-то история такая натуральная, природная. И с первого взгляда вроде не должна быть опасной, иметь каких-то противопоказаний. Я не знаю, будем разбираться сейчас. Но начнем, безусловно, прежде всего, именно с показаний. Где применяется озонотерапия с точки зрения медицины, а потом с точки зрения косметологии? Об озоне можно говорить очень много, но я, знаете, как бы начну с такой крылатой фразы. Это немецкий ученый Рилинг сказал, что это лекарство, посланное Богом. Соответственно, здесь можно сделать вывод, что он применяется абсолютно везде. Единственное абсолютное противопоказание – это болезнь гемофилия. Это несвертываемость крови. Поэтому вот все, что можно сказать о противопоказаниях. Остальное – это знание доктора и умелое применение доктора. В неумелых руках доктора могут быть обычные показания, быть противопоказанием, вернее, побочными эффектами. Поэтому, когда мне говорят, озон не помогает, я говорю, смените доктора. Что касается гемофилии, давайте поясним, почему при этой болезни озонотерапия неприменима. Ну, знаете, как бы можно не уделять большого количества времени, потому что данное заболевание практически на сегодняшний день встречается крайне редко. Это несвертываемость крови, оно заболевание, сцепленное с полом, встречается только у мужчин, женщины являются только носителями данного заболевания, поэтому об этом можно много, ну, не тратить на это время. Угу. Но является абсолютным противопоказанием. Тогда примеры показаний озонотерапии, где она используется? Я понимаю, что очень широкое применение, можно практически, наверное, любую часть тела брать, и любую какую-то болезнь, она будет применима. Но давайте, например, начнем с того, что людям очень понятно, например, очень распространены болезни суставов, при которых, которые нас могут преследовать, начиная с 40-летнего возраста и практически до самой смерти. Ну, я даже скажу, что раньше намного артрозы, артриты, они встречаются намного раньше, потому что там может быть и инфекционная природа, посттравматическая природа. И на самом деле это, знаете, как бы достаточно частые жалобы, это раз. А во-вторых, малоэффективное лечение, которое, в общем-то, предлагается в стационарной медицине, в классической медицине. Заболевание обусловлено тем, что откладываются соли на хрящевых поверхностях суставов и снашивается хрящевое волокно. Но это так, чтобы доступно было, понятно всем. И озонотерапия – это одно из самых эффективных средств в данном заболевании, потому что это патогенетическая терапия, то есть она воздействует на причину заболевания. Поэтому достаточно хороший эффект от применения данного, как бы, данного лечения озонотерапии. И практически вылечить можно абсолютно любые артрозы и артриты. Когда мы говорим о применении озона, ну просто сразу на одном примере, да, вот, например, при артрозе, артрите, применении озонотерапии, как он вводится, этот озон, когда мы лечим это заболевание? Это какие-то введения через уколы или это какое-то дыхание озона? Смотрите, вот в данном случае, если мы будем говорить конкретно о данном заболевании, то это именно инъекционный путь введения. И тут, значит, есть хирургические применения, хирургические методики и есть терапевтические методики. Поэтому применяется у нас в клиниках? Применяется.
и очень широко применяется в клиниках Нижнего Новгорода. Вы же, давайте сразу поясним, что вы защищали диссертацию именно по озону. Именно по озонотерапии, поэтому я знаю очень много об озоне. Я всегда, знаете, как бы так смехом говорю о том, что я об озоне могу говорить с утра до вечера и с вечера до утра. На самом деле, я очень люблю эту методику, я ее очень понимаю, потому что тогда, когда нужно было защищаться, нужно было очень много прочитать литературы, литературы не интернетные, а литературы. Мы писали массу статей, в том числе и в зарубежных журналах. Они опубликованы у нас и во Франции, и в Америке. И поэтому, в общем-то, в свое время был большой интерес. Были на очень многих международных конференциях, встречались с международными специалистами, обсуждали эти методики, защищали эти методики. И поэтому об этом я могу очень много вам рассказывать. И не только об одном, допустим, артрозе-артрите. На сегодняшний день я скажу, что на самом деле это одно заболевание, которому не надо подходить озонотерапевту. Все остальное можно лечить. Единственное, что тут будут разные схемы лечения, разные дозы, разные методики введения, и поэтому оно применяется абсолютно в любой практике от нуля до последнего вздоха человека, поэтому и в педиатрии, и у нас применяются данные методики и в государственных клиниках. Я смотрю, что вот буквально, то есть список действительно очень длинный. Реаниматологи могут назначить внутривенное введение для обеззараживания ран, стабилизации обменных процессов в организме, да, выведение токсичных веществ. Стоматологи для лечения пародонтоза, пульпита, гинекология применяет. При травмах глаз применяется, при заболевании дыхательных путей применяется. И дальше можно по списку идти. А что же такого удивительного в озоне, что он имеет такое широкое применение, что он делает с организмом, в организме? Ну вот, чтобы было понятно, нужно сначала рассказать механизм действия. Я не буду глубоко внедряться, но скажу, что у него есть очень много эффектов. Это один из мощных эффектов. Это противовоспалительный, антимикробный эффект, поэтому он применяется, как вы начали говорить, и в раневой хирургии. Практический опыт, может быть, кто-то этого и не знает, что впервые в России, он еще был до Первой мировой войны, и очень активно использовался в годы Первой мировой войны. Именно озонотерапия в полевой хирургии. Поэтому в российской армии применялся, российские врачи. Да, в русской армии. Угу. И прямо на поле боя, и до сих пор используется, и в Чечне очень много как бы использовался. У нас есть очень хорошая докторская диссертация нижегородского доктора, когда, значит, он работал именно в Чечне, набрал очень много материала, и он сохранил очень многим ребятам именно жизнь и не привел к инвалидности. Это то именно есть раны? Вот раны обрабатывались с помощью газообразного вещества. И за счет того, что это мощное антимикробное, противовоспалительное действие, иммуномодулирующее действие, он мощный иммуномодулятор. Поэтому очень многим ребятам были сохранены конечности, которые были, допустим, ампутация конечности очень часто возникает после того, когда идет очень быстрое, да, инфицирование. И по показаниям врачу-хирургу, травматологу ничего не остается, как прийти. И если вовремя была назначена озонотерапия, то достаточно хорошие результаты. И поэтому там есть очень хорошая статистика, что там результат шел на сотни, когда ребятам даже не привели к инвалидности. А сам озон, то есть вы говорите, что его применяют с начала, получается, прошлого века, да? Кто открыл это действие? Смотрите, озона? Впервые об озоне начал говорить Тесла. Это 900-й год. Вот. Затем, электрический ток. Ну, смотрите, как получает озон. Это либо пропускает кислород или воздух через электрический ток. Вот эффект грозы. И мы говорим о том, что пахнет озоном. И у нас есть озоновая прослойка, которая обладает тоже мощными, как бы, ну, имеет как бы мощное действие. Вот. Защищает нас. Защитный, да, озоновый слой. И второй момент, когда, значит, пропускать тоже воздух или кислород через УФО-облучение. Этот запах озона мы слышим, когда работаем с копировальной техникой. Поэтому вокруг есть такой некий запах озона. Озон вообще в переводе с французского языка означает слово «пахнущий». Вот. И впервые заговорил
об этом Тесла, но именно в медицинской практике он начал использоваться в 1860 году. Он обнаружен французским доктором. Когда он снова получил вот этот запах, он обратил внимание на данный газ и обратил внимание на то, как этот как бы газ будет действовать именно в практике медицинской. В нашей, в российской практике, в русской практике или в советской практике, как лучше, наверное, сказать, потому что это время советского периода, он начал развиваться и изучаться с 70-х годов прошлого века. Он, причем, очень бурно начал изучаться. Школа была создана в Нижнем Новгороде. И почему на сегодняшний день очень многие клиники применяют озонотерапию именно в Нижнем Новгороде. Там очень много школ, очень много клинических баз, на базе клинических больниц. Там очень широко применяется и на базе областной больницы, больницы Семашко. Вот, поэтому там нет отрасли медицинской, где озонотерапия не применялась бы. А вот так, знаете, как бы, если коротко сказать, то он применяется абсолютно везде. Он очень широко применяется в онкологии. Он очень широко применяется в травматологии, в ортопедии. Значит, и у нас многие страны мира занимаются изучением в определенных направлениях. Например, Америка, она занимается изучением именно озонотерапии в лечении онкологии, ВИЧ, СПИД, наркомания. Германия, она занимается изучением озонотерапии, и непосредственно вот этот доктор Риллинг, который занимается изучением в неврологии. Он сам доктор-невролог. Вот. Испания занимается и разрабатывает методики применения озонотерапии в косметологии. Куба очень широко применяет и изучает его именно в гериатрической практике, то есть в болезнях старение, связанных с хроностарением. И недаром называют его, что это эликсир молодости. Алекжанина Марина Викторовна у нас в гостях, врач-невролог, озонотерапевт, кандидат медицинских наук, который кандидатскую защищал по озонотерапии, ведущий косметолог галереи красоты. И все-таки история с тем, что делает озон в организме, я так понимаю, что все-таки кроме своего противомикробного средства, бактерицидного средства, очень важно, что он, видимо, связывает какие-то вещества и не дает им действовать в нашем организме, которые разрушают, да, видимо, ткани, клетки и вызывают процессы старения. Или я не права? Нет, вы правы. Вы правы. Просто это биохимия озона. Вот. Поэтому на сегодняшний день очень много говорят о том, что это самый мощный антиоксидант. А об антиоксидантном действии мы сегодня говорим везде, во всей медицине. И говорим о том, что необходимо антиоксиданты применять или препараты, которые обладают антиоксидантным действием. Что такое антиоксидантное действие? Это защитная функция клетки, то есть защитная функция оболочки клетки, то есть не дать клетке разрушаться. И второй момент – это иммуномодулирующее действие. То есть в нашем организме есть такие образования, которые называются Т-лимфоциты. Очень многие из них помнят, что Т-лимфоциты, среди них есть Т-киллеры, Т-хелперы, Т-супрессоры. Это знание у нас идет еще с урока анатомии и школы. И это самая мощная система, которая стоит на страже нашего организма, чтобы наш организм не заболел в том числе аутоиммунными заболеваниями, не заболел в том числе и любыми вирусными заболеваниями. То есть Т-лимфоциты стоят на страже обнаружить патологическую клетку и посредством фагоцитоза и пиноцитоза ее, ну, в общем-то, как бы эту клетку уничтожить. И озонотерапия стимулирует у него именно такое, знаете, как бы действие иммуномодулирующее, то есть он стимулирует выработку именно Т-лимфоцитов, которые, значит, очень активное действие, вернее, участвуют именно, давайте так двумя словами скажем, стоит на страже нашего здоровья. Да, потому что история с тем, что с иммунитетом и с аутоиммунными заболеваниями в последнее время имеет очень сильную негативную коннотацию в том смысле, что мы, наш организм человеческий в современных условиях, в условиях современного города теряет способность к самозащите. Правильно я понимаю, что озон, он как раз эту способность нашу восстанавливает. Ну вот видите, помогает как бы им работать и бороться. Допустим, я скажу, что очень большой процент
среди заболеваний имеется аутоиммунных процессов. Даже, может быть, процессов 80 из всех заболеваний, которые имеют аутоиммунную природу. Я не буду сейчас спорить о процентах, потому что они по одним данным там завышаются, по другим занижаются. Но общей фразой можно сказать, что аутоиммунных заболеваний на сегодняшний день очень много. Одно из них, самых распространенных заболеваний, это аутоиммунная алопеция, то есть диффузное выпадение волос. На сегодняшний день люди очень много сталкиваются с этой проблемой. В Кирове очень распространено. Вот это, знаете, я вам что хочу сказать. Я была очень удивлена, когда приехала в город Киров, такой отсыл назад, какое количество молодых женщин и просто женщин имеют очень редкие волосы. Я была тогда удивлена. Я не знаю, с чем это связано в этом городе, но это, правда, распространенная очень проблема. Потому что, смотрите, вот на сегодняшний день две причины выпадения волос. Это аутоиммунная проблема и андрогенетическая проблема. Все остальные, когда мы говорим, они попадают в аутоиммунную как бы проблему. Причин для аутоиммунной проблемы – это стрессы. Одна, по сути дела, я вот так бы сказала, что стоящая на первом месте. Затем вирусное заболевание, ну и экология. Экология. Вот, поэтому и ко мне, как доктору, очень часто обращаются с этой проблемой. И после обследования мы понимаем о том, что да, это как бы, если по этой проблеме, то достаточно большое число относится именно к аутоиммунной проблеме. Чтобы немножко пояснить, что такое аутоиммунная проблема и почему, например, идет выпадение, и пояснить нашим слушателям, что нарушается микроциркуляция фолликулы волоса за счет того, что организм работает против собственного хозяина. И он начинает образовывать вокруг фолликула некий такой фиброзную капсулу, тем самым нарушая кровообращение фолликулы и, соответственно, истончение волоса. И когда просто, например, терапевт назначает, попейте пантовигар или попейте какие-либо витамины или попейте там что-то, это не приносит никакого даже временного облегчения, потому что мы принимаем препарат, который циркулирует во всем организме, но не попадает к органу мишени, то есть к волосяной фолликуле. Угу. И почему озонотерапия именно здесь как бы будет помогать? Потому что она, во-первых, будет обладать мощным рассасывающим действием и рассасывать вот этот фиброзную капсулу. Второй момент. Улучшать микроциркуляцию, потому что это мощный сосудистый препарат, который улучшает микроциркуляцию. В-третьих, соответственно, вот опять же стимуляция Т-лимфоцитарного как бы иммунитета, то есть через иммунитет. И в результате мы, рассасывая фиброзную капсулу, улучшая микроциркуляцию, мы улучшаем кровообращение волосяной фолликулы. А значит, обеспечиваем процесс, доступ необходимых веществ. Да, чтобы то есть волос в нашем рос. Питании, в нашем питании, если мы правильно питаемся, у нас, понимаете, как бы природа создала людей так, что мы из питания получаем все. Если мы будем сейчас говорить о витаминах, мы еще можем очень много поспорить, что очень многие витамины не усваиваются в организме. Поэтому лучше, чем создала что-то природа, ничего лучшего никто еще не придумал в этой жизни. Поэтому... Но когда у вас создается эта фиброзная капсула, то как бы мы ни питались, и что бы мы ни потребляли, вот. Вещества не поступают. Какие бы мы препараты фармацевтические не принимали, то у нас нет, препараты не доходят до органа мишени. И, соответственно, назначать первично это озонотерапию, а вторично уже рекомендовать, допустим, даже и фармацевтические препараты. А в какой форме озон? В частности, они уже потом бывают не нужны. А в какой форме мы доставляем озон при озонотерапии, смотрите, при алопеции, при выпадении волос? Самое лучшее – это инъекционный путь введения. Кто-то предлагает это такая, знаете, как бы... Такие озоновые шапочки, когда одевается шапочка, и в нее подводится как бы озон. Но смотрите, как бы у нас залегание волосяной фолликулы находится на глубине примерно 5-7 миллиметров. Угу. Поэтому мы не можем доставить туда непосредственно озон. Поэтому это инъекционный путь введения. Это безболезненный путь введения.
и причем имеющий очень хороший результат. И опять же подчеркну, что это патогенетическая терапия, то есть мы воздействуем на причину данного заболевания. Как говорят на Востоке, убери причину, болезнь пройдет сама по себе. Уколы в кожу голове производятся, да, или еще как-то, да, комбинированная, да, это мезотерапевтический путь ведения, просто называемый мезоозонотерапия. В каких-то капсулах просто берется, да, шприц и вводится? Это берется шприц, и берется маленькая микроигла, она на внешний вид 4 миллиметра, и она меньше, тоньше волоса. А сколько нужно процедур сделать, чтобы увидеть эффект? Это всем индивидуально, но сразу после первой процедуры клиенты отмечают, что они уже очень часто, и причем у нас очень много, у нас очень богатый опыт в плане вот такой аутоиммунной алопеции. И когда клиент приходит к тебе и говорит о том, что у меня полванны волос, и я с болью смотрю на то, как они покидают мою голову. Страшно расчесываться. Да, страшно пользоваться феном, расческой, и не трогайте их, я боюсь, и все. И причем это как бы адекватно, понятно. Но после процедуры они на следующий день звонят и говорят о том, что как бы, вы знаете, впервые увидели, да, чистую ванну. У меня подушка сегодня была чистая, либо там в душе не было большого количества волос. И еще, когда мы говорим об алопеции, это не обязательно, что это могут быть женщины или мужчины уже, там, допустим, зрелого возраста. Очень часто обращаются к нам и дети, и подростки. Поэтому просто если есть у кого-то какие-то проблемы, просто приглашаем, на все консультации бесплатно. Поэтому это на самом деле очень актуальная проблема. И еще скажу, что, допустим, была девушка, 17 лет, которая прошла все клиники нашего города, она обследована абсолютно, как бы все, что можно было ей обследовать. Ее смотрели эндокринологи, косметологи, ее смотрели гинекологи, проверяли на щитовидную железу, и как бы, а девушка, в общем-то, в этот период только теряла как бы волосы, она пришла у нас с абсолютно гладким затылком, и когда, значит, посмотрели все ее анализы, посмотрели все ее тесты, и, в общем-то, очень быстро собрали анамнез, поставили аутоиммунную алопецию, и точно так же, но эта девушка, которая уже готова была ко всему, мы ее с согласия родителей прокололи, у девушки очень хороший результат, после 10 сеансов у нее волосы начали расти, и на сегодняшний день мы поддерживаем связь с этой девушкой. У нее очень хорошие результаты, поэтому смотрите, как бы банальный грипп, которого мы не всегда боимся, который может привести к аутоиммунной алопеции. И здесь никакие ни пантовигары, никакие фармацевтические препараты не принесут видимого эффекта до тех пор, пока мы не уберем причину данного заболевания. Поэтому... А вы очень важную историю вот сейчас затронули на примере вот этой девушки 17-летней, которая к вам пришла с согласия родителей с консультацией. Во-первых, вы смотрите все-таки анамнез, да? Ну, как доктор, анамнез обязательно. Да, вы смотрите анализы, да? То есть, смотрите, ведь я работаю именно доктором, и если я работаю косметологом, это тот же самый доктор. На сегодняшний день мы точно так же имеем сертификаты такого же цвета, где написано врач-косметолог. Ну, до этого у меня есть еще образование дерматовенеролога и трихолога, и поэтому, но как любой доктор, общаясь с пациентом либо клиентом, анамнез – это, ну, больше половины успеха. И тогда, когда, допустим, врач пренебрегает этим, то, вот видите, как можем уйти в совершенно другую сторону. То есть вот назначаются какие-то анализы, люди собирают справки, приходят к вам, вы смотрите. И важно очень, что если это ребенок, даже если уже взрослый ребенок, 17-летняя девушка, важно, чтобы родители тоже участвовали в процессе. Смотрите, если просто как бы все это касается любой медицинской практики, что все, что мы с 18 лет у нас решает каждый сам за себя, до 18 лет это только все с согласия родителей, поэтому...
Насколько доступны эти процедуры? Вы знаете, как если вы спрашиваете ценовую конечно, политику, да. то это очень доступная процедура. Это намного дешевле, чем пить пантовигары. И она доступна на сегодняшний день абсолютно каждому. Я не могу сказать вам конкретно, потому что у каждого, допустим, диагноза есть свой комплекс свой прайс. Назначенных. Да. Да, поэтому, процедур. Если вы мне зададите конкретный вопрос, например, сколько стоит озонотерапия волосистой части головы, то я вам отвечу, один сеанс стоит 1000 рублей. И на сегодняшний день, имея проблему такую, еще раз вам мы скажу о том, что... Мы конкретно говорим сейчас про инъекционное введение. Инъекционный путь mm-hmm. введения при диагнозе аутоиммунная алопеция. Ну, такая же самая... То же самое, такой же прайс при андрогенетической алопеции. Вот. И, значит, я считаю, что это достаточно доступная цена. Ну и, понимаете, как бы мы же все дрожим волосами. Мы считаем, что, вернее, на Востоке считается, что это самая красивая часть нашего организма. Почему мужчины хотят, чтобы видеть волосы своей женщины, только чтобы они видели и заставляют носить различные головные уборы. Вот. И когда, знаете, как бы, допустим, если женщине делают красивую укладку или красивую там прическу, то она преображается. Поэтому на самом деле любая женщина и на сегодняшний день мужчина дрожит, ну, так скажем, своей шевелюрой, своими волосами. И как бы я считаю, что если у нее есть проблемы, то мы всегда можем ей помочь в этом. Мы сейчас говорим о процедурах, которые доступны в галерее красоты, в салоне галереи «Красота». А Марина Викторовна Валикжанина, ведущий косметолог галереи красоты, врач-невролог, озонотерапевт, кандидат медицинских наук, непосредственно сама осуществляет эти процедуры. У вас есть еще специалисты, есть, которые да. тоже это делают. Да, и причем у нас в салоне есть лицензия, и все сотрудники имеют обязательно медицинское образование, и очень многие сотрудники имеют высшее медицинское образование. Тот, кто колет, имеет только высшее образование. То есть это врачи. Насколько это доступно? Вот что человек должен сделать, чтобы к вам прийти и с чем прийти? Во-первых, вы сказали уже в нашей сегодняшней программе, что консультация первичная и бесплатна. Мы пошли по пути, в отличие от многих салонов и клиник, что у нас консультация по любым вопросам бесплатна. Вас проконсультирует любой доктор. У нас не один доктор работает. По любой проблеме. Назначит вам обследование, до как бы оплата наступает только за процедуру. Поэтому она ни к чему, эта консультация ни к чему не обязывает как бы наших посетителей. Поэтому у нас очень часто приходят, и я считаю, что это правильно, потому что на сегодняшний день мы живем немножко в таком, знаете, как агрессивном мире, где зачастую принимают и абсолютно, я сказала бы, безграмотные специалисты. Пусть этим специалистам будет, в общем-то, может, обидно, может, не обидно, но факт тот, что мы сталкиваемся с очень безграмотными консультациями, потому что на сегодняшний день люди к тебе приходят, рассказывают о тех консультациях, которых проводились в каких-то других. Ты заплатил за это деньги. Заплатил за это деньги, не получил адекватной консультации, прошел какие-то нелепые обследования, на что снова истратил деньги. И не решил проблему. Поэтому, знаете, как доктору хочется просто не только зарабатывать деньги, но хочется еще и помочь как бы клиенту, пациенту, и, в общем-то, чтобы он ушел довольный. И, знаете, мы живем в очень маленьком городе, где о тебе, знаете, как бы, в общем-то, молва расходится очень быстро. Поэтому очень приятно, когда приходят к тебе пациенты, клиенты, которые говорят о том, что тебя порекомендовали, там, понравилась консультация. И, в общем-то, мы всегда рады помочь. Да, репутация доктора очень легко проверяется, потому что результат сразу же, да, сказывается. Он всем абсолютно виден. Так же, как репутация учителя. Я хотела обратить внимание наших слушателей на то, что есть сайт салона галереи красоты, салон kirov.ru, правильно? Да, да. Где можно посмотреть все услуги, все цены на эти услуги и кто выполняет, со специалистами. Вот, и кто выполняет эти услуги, поэтому там есть все документы докторов, поэтому если... То есть мы работаем очень открыто, и если, например, как бы клиент приходит и говорит о том, что а вы доктор, я говорю, знаете, как бы доктор, вот лежат все мои документы, и как бы я наоборот рада за то, что вы спрашиваете, что вы интересуетесь. Ну, в общем-то, чтобы как бы не было
вот тех ситуаций, о которых сейчас очень много говорят на рынке косметологии, на врачебном рынке, в программе «Пусть говорят» и в других программах. Поэтому мы пошли по пути именно открытого общения. Открытого общения. И очень важно, еще раз напоминаю, бесплатной консультации, когда вы приходите и говорите со специалистом. Вы на него смотрите, он на вас смотрит, и вы понимаете, вы можете доверять этому человеку или нет. А с другой стороны, еще ведь очень важен запрос тоже человека, да, который приходит за услугой, насколько он, знаете, готов работать над собой. Мы иногда на консультацию тратим намного больше времени, чем нежели на саму услугу, потому что именно первичная консультация должна дать клиенту, либо пациенту, знаете, такое некое доверительное отношение, потому что тут он понимает, что да, доктор грамотный, что ему все объяснено не только супертерминами, которыми можно там, допустим, апеллировать, так как клиент этого не понимает. Рассказывается все доступно, все показывается и гарантируется ему результат. Причем у нас на сайте, если вы будете внимательно читать, везде будет написано, если мы вам не помогли, то мы вернем вам ваши деньги. Это правда это, так? Да, это так. Но причем, знаете, как бы мы абсолютно в разуме, мы говорим это только потому, что мы уверены в исходе данной процедуры. И мы назначим ее только тогда, когда будем уверены. В озонотерапии мы говорим о том, что мы вернем вам ваши деньги. Но уж если не вырастут волосы, будет очевидно, да, да, что результата но, нет. Знаете, как бы результат стопроцентный. Единственное, мы можем говорить, что мы вас будем брать без гарантии, если очень большой срок. Допустим, если это прошло 5 лет, когда уже абсолютно умерли волосяные фолликулы, то как бы мы говорим, мы можем, конечно, попробовать, но, как правило, когда мы говорим попробовать, мы не берем за это деньги изначально. Но когда процесс, например, двухмесячный или даже годовой, то результат практически результат стопроцентный. Практически всегда. Спасибо за такую надежду, и даже не надежду, а гарантированный результат, о котором вы сейчас рассказали. Действительно важная проблема. Я напомню, что мы разговаривали сегодня с Мариной Великжаниной, ведущей косметологом галереи красоты, врачом-неврологом, озонотерапевтом, кандидатом медицинских наук. Слушайте доктора и слушайте нашу программу. Спасибо. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.